Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители YouTube-канала Daily Europe Online. У меня в гостях Андрей Васильевич Ермолаев, в прошлом директор Института стратегических исследований при президенте Украины. Здравствуйте, Андрей Васильевич. Здравствуйте, Михаил, и всех приветствую. Андрей Васильевич, я на вашем лице обнаружил лукавую ухмылку интеллектуала. С чем она связана? Да нет, это скорее некоторая замороченность интеллектуала. Лукавство давно уже нет. Ну, давайте мы с вами попробуем развернуть вашу замороченность, понять, чем она вызвана. Может быть, она вызвана в том числе событиями, которые происходят сейчас в Курской области. Значит, сразу военную составляющую, скажем, отбросим. Да? Есть у нас мнение, скажем, Алексея Арестовича, есть мнение Олега Старикова. В зависимости от, скажем так, приоритетов, зрители могут ознакомиться с этими мнениями. То есть, коротко говоря, там Олег Стариков, очень, кстати, опытный военный стратег, он говорит о том, что, скажем так, он ставит под сомнение смысл происходящего. Алексей Арестович, наоборот, говорит, что происходящее имеет очень важное ключевое значение. Ну, мы военные составляющие как бы сразу отдаем коллегам, которые понимают в военном деле. Я вам задам вопрос по поводу политической составляющей, так? Но ведь в сухом остатке это же действительно подняло морали в обществе, в армии. Впервые за 2 года мы снова поверили в то, что мы держим руку на пульсе, и мы в состоянии победить. Это же дорогого стоит? Да, вы правы в том, что могут быть разные запросы на те или иные оценки. Возможно, кому-то нужно было 2 года назад, чтобы вместо правды, вместо своевременной работы системы эвакуации населения, предупреждения, вместо трезвой работы тех, кто организовал оборону, нужно было слушать о 2-3 неделях. Может быть, я не спорю. Может быть, этот елей кому-то помог. Но для кого-то он был и трагичен. Особенно для тех, кто не уехал вовремя с районов, где потом развернулись кровавые действия. Не знаю. Не берусь. Но также и в случае с Курской операцией. Если говорить о том, что эта операция проводится мастерски военно, это отмечают все обозреватели. Очень высокий уровень подготовки, слаженности. Да. Если мы говорим о том, что она фонит в отношении других фронтов, где у Украины есть проблемы, в частности, на Донбассе, тоже правда. Да и о значении спора нет. Несомненно, это очень значимо. Я считаю, что это не фаза войны, а вообще поворотное событие. Но само по себе оно является частью какого-то комплекса поворотов. Вот. Тоже ты меня не возрастал. Вопрос остается в другом. Согласны ли мы с таким поворотом? И кто как его оценивает? Вот в чем дело. Потому, ну, если мы будем жить... Я давно уже говорил, что украинцы – это же жуткое эмоциональное общество, которому попеть, порадоваться или поогорчаться. Что... Вот. А я бы, честно говоря, смотрел немножко в другом масштабе. Что может означать эта операция? Она, несомненно, не является стратегическим направлением. Несомненно, это часть какого-то комплекса. Возможно, именно поэтому она так скудно информационно и политически сопровождается в Украине. То есть, грубо говоря, это часть какого-то расписанного сценария. Я также не сомневаюсь в том, что для российской стороны... Не сомневаюсь в том, что для российской стороны эта операция не была неожиданностью. Вот я категорически не согласен с разговорами о том, что вот удивили, значит, ворвались, не ожидали. Неправда. Ожидали. Вопрос в другом, куда более сложном аспекте. Почему не были готовы? Случайно или сознательно не готовились так, как могли бы готовиться? И тут я не хочу на этом спекулировать, но я считаю, что это одна из самых сложных, как бы не открытых страниц происходящего. Если знали, но вот операция реализована,
реализуется, скажу как корректнее, является частью какого-то большого плана Украины, возможно, с появлением еще и других направлений, причем не только на земле, то я не сомневаюсь, что и противник в этом отношении имеет какую-то свою визию, как этому противостоять и противоборствовать. Вот неизвестность того, как может себя повести противник, мне кажется, сейчас для меня самое такое важное, вместе с тем тревожное. Теперь, что касается оценки. Я в одном из эфиров говорил, и хочу и в вашем эфире повторить, что в любом процессе, в данном случае мы говорим о процессе войны, да, мы погружены в определенную легендаризацию происходящего. Легенда – это не то, что пишут это там какие-то умники, сказочники или спецслужбисты. Вот. Легенда – это сюжетизация, образная форма и поэтизация происходящего в каком-то ценностном измерении. Вот. Легенда российско-украинской войны, которой мы дорожим и которая является частью уже нашей жизни, состоит в трактовке агрессии и нашего освобождения, на формулы чужого не нужно, своего не отдадим, признание наших прав воевать, и нас поэтому поддерживают, и нашей способности отвоевывать. Вот это важный момент. Легенда получила мощное подтверждение того, что мы способны. И в первые месяцы войны, когда после вот этого шока, да, начала, к миру вернулась Киевщина, затем успешная операция на Харьковщине осенью 2022 года. С этим связаны надежды, уверенность, что нам удастся и больше. Переживания по поводу неудачи 2023 года, но легенда не сломалась. События в Курской области легенду перезагружают. То есть просто перелегендируют войну. Потому что она становится транс- или экс-территориальной. В ней исчезают та смысловая нагрузка, которая была важна на территориях, где уже оккупант там был 10 лет или захватывал последние месяцы. Потому что шел спор о населении, о том, а как он настроен, кто его освобождает. Вот этот весь дискурс исчезает теперь. Речь идет просто о военной целесообразности, об объектах, о том, кто сильнее. Понимаете меня, да? То есть происходит некая такая прагматизация войны, сермяжная правда. Но дело в том, что чем обернется сермяжная правда войны, если мы начнем говорить языком военной выгоды, целесообразности, экстерриториальности, мне пока, я не могу до конца оценить новые риски и угрозы, которые возникают. Не могу. Мне кажется, моя версия, что если бы мы учитывали вот эту важнейшую всегда психологическую и социокультурную составляющую войны, ее легенду, ожидание от успеха, связанное с новыми резервами, новой западной помощью, мобилизации, как бы на чем через пень колоду не шла, был бы куда более эффективен, если бы мы были в русле легенды. А так не знаю. Сложно сказать. Смотрите, Андрей Васильевич, давайте мы как бы приземлим чуть-чуть нашу дискуссию, откроем карты. Давайте. Критики. Давайте так. Вот официально ни украинская, ни российская сторона не комментируют то, что происходит в Курской области. И если говорить про украинскую сторону, это, безусловно, правильно, потому что вообще слишком много информации – это всегда плохо. Вот я в этом смысле наблюдаю за опытом Азербайджана. Там не просто про военные действия не говорят, там про дипломатические действия не говорят. Это у нас привыкли очень часто выносить все из избы. А там молчат и молча делают. Поэтому в этом смысле действительно нужно похвалить и военное ведомство, и офис президента за то, что соблюдается информационная тишина. Это на самом деле очень правильно, и это очень профессионально. Вот это мы сразу откладываем в сторону. Безусловно, в отсутствии некой информации, в отсутствии стратегии, скажем, и отсутствии стратегического понимания происходящего, скажем, а экспертам, безусловно, нужно о чем-то говорить. Да? И дальше происходит что? Эксперты. Можно не говорить. Зачем? Эксперты. Ну, эксперты, вообще любым экспертам сложно держать язык за зубами. И им постоянно нужно о чем-то говорить, я вам так скажу. Так вот, часть экспертов, которые, скажем, в целом поддерживали некую логику мышления
политической команды, там Владимира Александровича, они продолжают поддерживать. Значит, часть, которая критиковала, они критикуют, но уже не они критикуют, скажем, исходя из того объема информации, который у них есть. А их объем информации, он не учитывает, опять же, знания реальности, происходящей в Курской области. То есть что я имею в виду? Попросту говоря, критики, они выдвигают следующий тезис, что вот уже когда наметилась дорога к мирному регулированию, происходит черный лебедь, да, в форме, скажем, операции в Курской области. До этого обстрелом российскими оккупантами, диктатором Владимиром Путиным в больнице Ахмадет. И вот сейчас вот операция вот нашей Курской области, которая может, скажем, отсрочить мир, да, вот о котором говорил Владимир Александрович Зеленский относительно недавно, президент Украины, национальный лидер, верховный главнокомандующий. Вот это вот основной тезис скептиков и критиков, да, которые считают, что снова вот тема мира, она уходит на, скажем, задний план. О теме мира уже можно публично говорить, потому что этот дискурс задал Владимир Александрович Зеленский. То есть это не ПСО врага, это дискурс... Я договорю, Андрей Васильевич, одну секунду. Дискурс – это не ПСО врага, это дискурс задал президент Украины, верховный главнокомандующий, национальный лидер Владимир Александрович Зеленский. Вот. Поэтому я вам задаю следующий вопрос. Не кажется ли вам, что, собственно, скажем, критика того, что происходит, да, окно критики определенно у нас открылось в последние месяцы, оно вызвано глубиной образовавшегося недоверия за, скажем, и некого внутреннего разлома за последние два года. То есть если, например, в начале 2022 года, в начале полномасштабного вторжения, вот общество, скажем, было полностью едино, да, и было четкое понимание, что есть какая-то соотносимость между тем, что наверху, и тем, что внизу, то сейчас вот подобные, скажем так, подобный «Черный лебедь» в форме операции Курской области, он обнажил существующую проблему, связанную с кризисом доверия, который существует между разными там, общественными этажами. И, в общем-то, вот это самая главная ключевая проблема, и это то, что отличает казацкий драйв трехлетней давности от того, что происходит сейчас. Согласны с этим? Казацкий драйв? Ну, это термин, скажем, Алексея Николаевича Арестовича. Я даже не знаю, как насчет реагировать. Смотрите. Угу. Никакого трека на мирные переговоры не было. Но вы правы в том, я себя отношу к тем самым скептикам, вот угу. Как там называют, которые считают, я считаю, что Курская операция поставила крест на каких-либо попытках подойти к переговорному процессу на минимум на ближайшие полгода. И вот почему. Эта операция изменяет правила, легенду и перспективы войны. Причем еще неизвестно, кому этот поворот даже выгоднее. Украине или России. Угу. Я не согласен с тем, что президент Зеленский там и задал тон переговорам. Ну, он просто недавно, слава богу, озвучил тему того, что может но быть... Но он ее легитимизировал. Да, да. Вот за это ему огромное спасибо. Действительно, он нам помог. Мы перестали мычать. Мы начали эту тему обсуждать. Вот. Но в том-то и парадокс произошедшего, что после вот этих заявок... Эти все заявки прозвучали после швейцарской конференции. То есть было, вот в моих глазах было видно, что военно-политическое руководство Украины и не только Зеленский, но находится в состоянии такой вот некоторой расконцентрации. То есть очевидно, что трек, который был организован, на который кучу усилий потрачено, он не стреляет, он не позволит выйти на тот самый мирный процесс. Максимум, что позволяет трек, связанный с этими форумами мира и обсуждением пунктов формулы мира Зеленского, это собрать пул поддержки. Но никакой нет гарантии, что этот пул поддержки, который там соберется в виде подписей, там еще чего-то, обеспечит успешные для Украины переговоры.
Более того, он скорее может обострить расхождение между разными странами, клубами, да, по поводу того, какой путь выбрать. Потому что одна с этим набирает, вот, как крейсер, набирает крейсерскую скорость, процесс консолидации вокруг так называемой китайско-бразильской формулы. Там тоже более 100 стран, как говорят китайские дипломаты, поддерживают. Но даже не в этом дело. Даже не в этом дело. Какие бы вы формулы не будете продвигать, есть один ключевой вопрос. Мы же используем слово переговоры. Переговоры. Это о чем? Переговоры предполагают стороны переговоров, обмен какими-то условиями, гарантиями и в итоге договоренность, которая гарантируется сторонами, своими подписями и процедурами по обеспечению. В нашем случае это переговоры России и Украины. Все остальное это, ну, извините меня, рюшечки и обстоятельства. С какими посредниками, при каких там гарантах и прочем, кто после этого, значит, зуб положит на стол, что все это будет реализовываться, там, сколько стран. Это вторая часть, важная, но вторая часть. Ключевой вопрос – российско-украинские переговоры. Так вот, что сейчас мне кажется самым, так как тонкий лед, да, события, которые разворачиваются в контексте принятого решения Курской операции, там, я сейчас не об ее эффективности, результативности. Скорее всего, там завершится созданием плацдарма, растягиванием фронта. Ну, в общем-то, это еще все в длинную будет. Означает, что, вероятнее всего, собственно, российско-украинских-то переговоров и не будет. И, собственно, об этом нам дал понять и Андрей Ермак в своем интервью. Более того, и до этого президента, и Андрея Ермака, есть такие, ну, на мой взгляд, странные немного ссылки на то, что у нас была продовольственная сделка. Но дело в том, что продовольственная сделка – это решение локальной проблемы в ходе войны. Нельзя, беря за аналогию продовольственную сделку, решать ключевой вопрос войны и мира между Россией и Украиной, которая сейчас в горячей фазе, а потом придется решать вопрос территории, миллионов людей и гражданства и так далее. Это я подвожу к тому, что если украинская дипломатия сейчас может быть из лучших соображений, может быть из, не знаю, я могу только догадываться, почему военно-политический Киев уходит от необходимости двухсторонних контактов или не допускает его. Это какая-то, видимо, и психологическая, и еще какая-то проблема. Но если будет допускаться, что разруливать ситуацию, быть гарантом и что-то подписывать, будет некая третья сторона, пусть коллективная, пусть конфиденциальная, неважно. Это большая, не просто дипломатическая, а историческая ошибка. Во-первых, потому что мы еще не знаем исхода войны. Мы не знаем исхода войны. Война еще только вот в медиальной фазе. А во-вторых, я считаю, что дипломатический фронт, авторитет, способность переигрывать на разных площадках, это не менее, а даже более важно, чем успех оружия и смелости солдат на фронте. Поэтому полагаться на что за нас кто-то, вот то, что мы хотели бы, отстоит, обеспечит и так далее, я считаю, это либо ошибка, либо большая профессиональная близорукость. Это моя точка зрения. И я считаю, что российско-украинские переговоры, вот когда это будет возможно, должны быть на двусторонней основе, возможно, с участием там, гарантов, посредников, как угодно. Может быть, даже на большой международной конференции. Но не идти на эти переговоры – это большая ошибка. Вопрос теперь в другом. О готовности сторон, о чем я говорю серьезно, психологически, все ли знают, что такое переговоры? Все ли сидели со своим визави, смотрели друг друга в глаза, там есть уровень спецподготовки, психологической, интеллектуальной, обеспеченности этих переговоров, готовности команды, да, вести, многоярусности, потому что есть еще и второй, третий, четвертый ярус экспертное обеспечение. Второй немаловажный момент. Мы готовы идти на эти переговоры с вариантами. Вот я пока вообще ничего не слышу о вариантах. У нас один вариант. Но если он один, тогда наш разговор теряет смысл, потому что этот один вариант, война до момента, пока не вернутся на Украину в границе 91 года, она не предполагает дискуссии. То есть о чем нам говорить, если пока мы еще вот 20% территории под контролем врага. Нам нечего обсуждать. Андрей Васильевич. Да.
Андрей Васильевич, небольшая ремарка. Ну, во-первых, мы с вами не первый раз это обсуждаем, и хорошо, что мы Ну да. периодически к этому возвращаемся. И я помню, вот, по-моему, неделю назад я как раз высказывал эту точку зрения о том, что, скажем, то, что мы понимаем как программа «Максимум» для Владимира Путина, которую он озвучил в июне перед швейцарским саммитом мира, который организовала Украина, а именно, скажем, выход на границы аннексированных агрессором Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой областей. Это одновременно является программой «Минимум» для Владимира Путина. Я не знаю, почему мы это рассуждаем. Мы рассуждаем и объясняем, скажем, высказывание июньское Путина, какова программа «Максимум», и некий далее рассматриваем процесс переговоров, в результате которых, ну, стороны как бы сокращают свои требования, снижают аппетиты и приходят к общему пониманию. Нет, Владимир Путин не может прийти к общему пониманию, потому что 30 сентября 2022 года он перешел Рубикон. Он формально аннексировал эти области. И не понимаю, откуда взялась дискуссия про программу «Минимум», программу «Максимум». Так что в этом смысле программа «Максимум» и у Путина, и программа «Максимум», и у действующей политической команды в Украине. Может ли Россия, например, пойти на попятную и внести изменения в свое законодательство, скажем, убрав упоминание об аннексированных Украиной территории? Может. Но это чревато серьезными катаклизмами лично для Владимира Путина. Пока он недостаточно мотивирован, чтобы это сделать. Может ли на это пойти украинская сторона? Когда мы говорим «Украина», ну, мы понимаем конкретную политическую команду. Нет, не может на это пойти. Ну, очень просто, да, и объяснимо. Потому что как только заканчивается военное действие, возникает сразу политическая конкуренция и огромное количество недовольных, которые, скажем, с большими деньгами, с большими аппетитами, которые образовал за прошедшие 4 года, и Владимир Александрович Зеленский это как никто другой Михаил, хорошо что понимает. Вы не хотите донести? Я хочу... Вот в чем смысл нашего разговора? Я тоже что-то понимаю. Я больше я просто говорил, хочу сказать... Вы очень мелко трактуете, там более сложная история. Я просто финальную реплику просто скажу. Ну вот мне кажется, что... Скажем, в этой ситуации, когда есть как бы конкуренция интересов, и когда Владимир Александрович Зеленский понимает, что дальше есть некий политический процесс, в который ему нужно войти после окончания войны, там, своей политической силой, обеспечить определенные гарантии своего присутствия в украинской политике. Этого... Ну, послушайте, ну, обещал Владимир Александрович уйти, но по опыту предыдущих, скажем, президентов Петра Алексеевича Порошенко, мы понимаем, что Владимир Александрович останется. Короче говоря, что я говорю, сейчас не время этих переговоров. Просто об этом никто не мог сказать вслух, да, потому что был уже общественный запрос, и поэтому стали говорить про переговоры, потому что так показывали фокус-группы. А после Курской операции разговора внутри общества о том, что нужны прямо сейчас переговоры, их станет меньше. И в этом смысле политическая цель команды президента, она достигнута, потому что на данный момент переговоры действительно с агрессором бессмысленно вести, потому что они будут не на невыгодных для действующей политической команды условиях. Ну, то, что тема переговоров снята, согласен, да. Ну, я не знаю, что из этого следует с точки зрения успехов, неуспехов, но да, можно об этом пока не париться. Вот. А что касается военных возможностей, ну, мне сложнее рассуждать. Я представления не имею, из чего будет состоять вся наступательная комбинация вооруженных сил Украины. Я уверен, что курское направление не является генеральным. Но оно является важным с точки зрения вот начала процесса. Я тоже думаю, что в Кремле дураки сидят, и у них есть какой-то контрплан. Если говорить об эскалирующей составляющей, то я и в прошлых эфирах, и сейчас говорю, что у нас самое сложное, уязвимое место – это тылы. Сейчас к ним будет особое внимание, судя по всему, со стороны России. Особенно теперь это система. Тема коммуникации, инфраструктура коммуникации, железные дороги, транспортные пути, мосты и так далее.
потому что от этого зависит. Фронт стал длинным, мы сами приняли участие в его еще большем расширении, возможно, будут еще новые очаги. Значит, что будет уязвимым местом и важным местом? Мобильность. Вот, и тут не, ожидать, как сейчас страхи нагоняются, что теперь будут пулять, значит, там по центрам городов и прочее, ну, к врагу нужно относиться внимательно, с пониманием, что враг не дурак. И сейчас он сконцентрируется на том, что будет подрывать наши возможности вот этой мобильности. А мы резервы гоняем сейчас по всей стране, потому что у нас западная граница, оттуда большое перемещение. У нас река Днепр наша, так сказать, объединяющая река, но она бедна мостами. У нас довольно сложная, осложненная коммуникация, связанная с энергетикой и прочим, на левобережье. Ну вот, вот очевидно, где у нас тонкое место. Поэтому, рассчитывая свои операции, мы должны понимать, что и противник будет работать с нашими тонкими местами. Как это обернется для нас всех? Ну, ну что, ну, я все, что я сейчас говорю родным и близким, берегите себя. Война входит, выходит на новый этап. Это не фаза, это новый этап. В ней новое правило будет, новая идеологическая канва и новая ожесточенность. Вот это то, что точно будет. Новая ожесточенность. Ну и второй момент. Мы как-то обходим это стороной. Еще не все политические решения приняты. Я считаю, что все-таки вот этот Рубикон между тем, что Россия проводит операцию, а может войти в состояние войны, он пока не перейден, но он рядом. Свидетельством того, что такая угроза возникает, является и новое поведение Беларуси, вот, которое активизировалось в погранице. О том, что Беларусь активизируется, Лукашенко дал понять еще в знаменитом своем пресс-конференции в Монголии в июне, где он напомнил всем, что он является членом Оборонного союза с Россией и будет обеспечивать в случае необходимости экзистенциальную безопасность своего партнера. Поэтому тут в этом повороте будет много страниц, мне даже сложно прогнозировать их последовательность. Самым предельным риском, я считаю, все-таки вновь возникающий призрак общеевропейской войны, в зависимости от хода событий, включения новых игроков. Эта угроза есть. Она в связи с активизацией Беларуси, в связи с возможными нашими проблемами, она не фейковая. Эту угрозу хорошо видят в Европе. Это отражается в позиции Орбана и его единомышленников в Европе. Поэтому вот в этом клубке нужно все рассматривать. А не только Курска, там, эмоционального подъема. Андрей Васильевич, я, честно сказать, не понимаю, почему мы так в Украине печемся об общей европейской войне. Есть некоторые публицисты, которые Украину вообще рассматривают как форпосты на пути движения российской диктатуры, в то время как в Европе происходящее рассматривают сугубо как российско-украинский региональный конфликт. Нет в международной прессе никакого упоминания о предстоящей мировой войне, и даже континентальной европейской. Но мне кажется, что здесь есть один важный элемент. Он связан с тем, что решен вопрос, который описывал генерал Залужный, о том, что война вступила в некую патовое состояние. То есть Россия двигалась очень медленно, то есть стороны окопались, возникли действительно, то есть возникла какая-то соизмеримая ситуация, то есть стороны уже приловчились к тому процессу, который наладился за прошедшие там 2 года, военному процессу, 3 года. И тут Украина, благодаря вот своим действиям, таким непрямым действиям, фактически разбалансировала Россию. Сколько это продлится, неизвестно. Но мы уже можем говорить о том, что Россия вот таким, скажем так, ходом Украины разбалансирована. И вообще ситуация, она как бы растрошена, она разбалансирована, и появляются новые ходы. То есть мне кажется, что вот это главное преимущество того, что произошло. Мы не знаем, к чему это все приведет, но мы видим, что появляются некие новые ходы, и система перешла в новое состояние. Это уже не та система, которую описывал Залужный в своей знаменитой статье. Как вы считаете? Ну, насчет разбалансирования системы, это скорее желание, мне кажется, чем факт. Если вы имеете в виду резонансное заявление господина Дерипаски, ну, так я бы напомнил всем, что приход вообще Путина и его команды – это деолигархизация по-российски. Вот.
Вот это вообще отдельная тема разговора. Мы с вами периодически ее цепляем. Но что касается умонастроений. Вот я знаю, что это самый простой метод – мерить другого своими мерками. На мой взгляд, в целом Кремль и те, кто сейчас вот составляет ядро кремлевского режима, это Путин и его единомышленники, они не решают сейчас материальных проблем. Вот если мы говорим о войне. Поэтому есть много уровней, мы часто к этому возвращались, включая там большой уровень, это интрига за гегемонию, то ли Запад, то ли новые лидеры, и война является таким механизмом проворачивания. В этом масштабе она выполняет свою работу, как тот крот истории, да, который... мы тут слепы все внутри, вот крот истории роет нашу войну, эту историю. Вот, и основные глобальные события впереди, они будут связаны с новыми объединениями, программами, валютными потрясениями и прочим-прочим. А мы, будучи в войне, будем частью теперь этого большого пейзажа. Но есть еще один момент. Он стоит особняком. Я постараюсь сейчас его протрактовать. Вот есть разные. Они, формулировки вроде бы схожи, но они все-таки отражают разную суть. Вот Кремль хочет разрушить Украину. Вот нет независимой Украины, он просто ее геноцидно уничтожает. Да? Или вторая. Кремль хочет забрать свое, потому что тут он борется за Новороссию и так далее. Больше ему ничего не нужно. Ну и мы знаем голоса некоторых российских интеллектуалов, что, мол, не вся Украина нам интересна. Такое мы тоже слышали. Я бы предположил выслушать третью версию. И связываю я ее как раз вот с тем, что сейчас активно продвигается, перезагружается тема так называемого триединства. Она была сформулирована Путиным в своих статьях. Она нам известна по еще советской историографии. Ничего в этом нового нет. Триединство русского народа, в которое внутрь включены великороссы, малороссы и белоросы. Так вот, в этом отношении мне кажется, что Путин и тот круг, который вот помогает ему доктринироваться, рассматривает войну как нематериальное действие, а как на своеобразный процесс инициации. По-моему, говорили об этом в прошлый раз. Инициация, в котором, с одной стороны, вот войной нужно наконец-то разбудить этого спящего, слегка пьяного русского медведя, который, ну, вот не шевелится. Китайцы шевелятся, вьетнамцы чудеса в экономике показывают. Сколько прожекторов не пила, не будет. Вот его войной, значит. И вы же сами часто говорите о том, что характер ФСБшного режима такой, что люди в данном случае не аргумент. Если нужно сотни тысяч сакральных жертв, они будут принесены в жертву этой инициации. Ну, а вторая составляющая – это все-таки войной как бы перезагрузить и вернуть вот к какому-то единству. Поэтому это не вопрос территории. И это не вопрос только войны. Потому что то, что меня тревожит и до сегодняшнего дня профессионально, это не тревожит, а тормит, это отсутствие внутренней, внятной, социокультурной, идеологической политики, связанной на новую консолидацию украинского народа. То, что применяется, к сожалению, помогает, я это все время повторю, помогает врагу. И нужно понимать, что враг где-то будет воевать, где-то перейдет, так сказать, не мытьем, а катом. Где-то будет интриговать. У нас огромное количество накопившихся нерешенных вопросов, которые идеологи власти не то что не видят, они их игнорируют, не понимая, что враг действительно работает на разных уровнях. И выиграть его можно только в случае, если ты понимаешь его логику действия, его замыслы. Вот в чем дело. Тут я поставлю три точки, потому что я уже столько об этом наговорил. Но... Дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, комментируйте друзьям. Обращаюсь к вам с просьбой, поддерживайте YouTube-канал финансово, материально. Это легко можно сделать, если вы находитесь в Украине, либо Азербайджане, Италии, Австрии, Германии. Это можно сделать через PayPal, через там Revolut. Если вы находитесь в каких-то других странах, вы можете сделать с помощью там криптопереводов, с помощью того же PayPal. В общем, я вам буду благодарен за поддержку. Спасибо. Андрей Васильевич, вот смотрите, за эти три года... Не собираюсь вас переубеждать, у вас своя точка зрения. За эти три года в России не появилось ни одной патриотической песни, не появилось ни одного патриотического фильма, связанного с российской агрессией против Украины. Так, то, что у них называется СВО, вообще ничего не появилось.
я помню тезис Кириенко, который он озвучил, если вы помните, он был особенно активен летом 22 года, именно публично активен, потом он как бы осекся, да, но тогда он выдвигал тезис о народной войне. Народная война тогда в России не прокатила. И тогда это объясняли тем, что для России, скажем, новоприобретенные регионы, либо для нас это, скажем, аннексированные России регионы, это что-то чужое, что, в принципе, России, россиянам не нужно, это не касается канонической территории. Но вот, казалось бы, Украина заходит на каноническую территорию России. Так? То есть то, что, скажем, ну, россияне могли бы рассматривать как свое. Окей. Да, то есть мы не видим, скажем так, особой активности со стороны российского населения, но активность всегда можно разбудить. Да. Вместо этого, казалось бы, когда есть факты, вот вторжение на территорию Курской области, когда вот есть фотоматериалы, есть, значит, вот россияне, которые плачут и недовольны тем, что происходит, я имею в виду вот в занятой украинской армии части Курской области, но российская власть по-прежнему не разгоняет эмоции. Я даже не говорю по поводу объявления войны. Россия не объявляет войну по одной простой причине, потому что это невыгодно с точки зрения международного права, потому что тогда Россия, она, ну, тут же станет агрессором. У нас все операции, которые проходят в мире, это, как правило, не война, это операция. Операция Советского Союза в Афганистане, операция Соединенных Штатов Америки в Ираке. Это мы называли их войны. На международном правом измерении это все были спецоперации. Так вот, но даже спецоперацию в характере войны Россия не раскручивает. И российская власть не раскручивает, а старается минимизировать количество информации. Старается, скажем, снизить впечатление от происходящего для остальных россиян. То есть не работает на поднятие, вот, грубо говоря, вот этой мобилизации не за 2 миллиона рублей, а, грубо говоря, мобилизации инициативников, которые ринутся защищать канонические российские земли. Это тоже факт. То есть это говорит о том, что российская власть прекрасно понимает, что сегодня, так, и даже завтра она не готова к полномасштабной мобилизации, потому что социальная структура России не вынесет крупномасштабной войны, когда будут мобилизовать всех, как во время Великой Отечественной войны. Я говорю об этом. То есть мы постоянно обсуждаем, какие у нас проблемы, но и в России куча проблем. Я об этом говорю. Ну, с этим сложно спорить, что у них куча проблем. Я снова возвращаюсь к тому, что не стоит забывать о специфике режима. Специфики режима и методом, которым он управляет. Для такого режима трагедия – это ресурс и возможность. А по поводу того, что будут разгонять, не разгонять, подождите, еще машина не развернулась. Более того, в большой комбинации, вы тоже обратили внимание, что ситуация в Курске действительно в России не раздувается, даже как-то так минимизируется, да? То есть, как некая неприятность, как прыщи, которые возник на границе, которые надо просто правильно там. Вот. Можно на это смотреть как на попытку просто притушить от испугу, а можно на это смотреть и другими глазами, что аргументы коварности врага и того, что вот война пришла и надо, они будут разворачиваться постепенно, поэтапно, учитывая, что само по себе событие является частью какой-то сложной комбинации. Еще не развернулось, как бы, еще все не развернулось. Вот, поэтому выстреливать все патроны, поднимать истерику, я думаю, примерно на таком языке сейчас в Кремле и говорят, чтобы не поднимать истерику, потому что нужно будет мобилизоваться на следующей фазе. Вопрос в том, в каком положении мы будем находиться. Вот мы с вами сейчас обсуждаем ситуацию, в которой, ну, почти нет информации. Ну, почти нет. И о замыслах можно догадываться. О рисках мы уже говорили. Uh-huh. Нужно учитывать еще и то, что динамика событий, по всей видимости, сейчас будет расти на разных участках, на разных границах. Кроме того, давайте не упускать из виду то, что и в России, и в Украине, и у наших европейских партнеров, я тоже на это время обращаю внимание в каждом интервью, есть сторонники вообще радикализации военных действий.
То есть сторонники того, что война должна поставить вот окончательную точку в этом противостоянии с Россией, поэтому войны нужно не бояться, идти до конца. И вовлечь в эту войну всех, кто, значит, готов создать такой антироссийский фронт. Есть такие настроения? А они ведь отражаются тоже в конкурирующих спецоперациях, в разнообразных розыгрышах, которые часто, ну, идут в обход генеральных линий. Нам легче анализировать события линейно. Вот это поведение руководства России, это поведение руководства Украины, это наши партнеры там что-то там передали или заявили. А в реальной жизни это оно как в тугой кассете замотано. И сейчас, естественно, заинтересанты того, что мы вновь находимся у порога не просто эскалации российско-украинской войны, а эскалации европейской ситуации, они тоже включились, потому что тема переговоров снята, потому что война стала экстерриториальной, потому что теперь будут перетрактовываться эта война. Ну а насколько потенциал России будет выдерживать следующий виток, мне сложно сказать. Но у них свой ВПК, у них мобилизационный ресурс большой, не знаю, что тут. Нам бы о себе подумать. Сколько мы протянем и сколько нам, на какую поддержку можем еще рассчитывать, учитывая рост затрат, которые будут увеличиваться в разы, видимо, теперь с каждой недели. Не знаю. Это к военным специалистам. Как у нас там? Со снарядами, с танками, с... Андрей Васильевич, есть еще вот два вопроса, которые хотел бы, скажем, чтобы вы осветили. Это, скажем, реакция международных партнеров. Я обратил внимание, что, ну, казалось бы, Курск – это реально событие. Курская область – это реальное событие. Это, ну, изменение характера военных действий. Никак не Да. прокомментировал ни Трамп, ни Хэрис. Ну, скажем, Хэрис вообще мало что комментируют, да, она ограничивается тем, что вот есть Россия большая страна, а есть Украина маленькая страна, по словам Хэрис. То есть у нее такие глубокомысленные заявления. А есть, соответственно, Трамп, который он более красноречив, но и Трамп молчит на эту тему, и вице-президенты, кандидаты, Волц и там Венс, они тоже молчат. Кандидаты вице-президента. С чем связано такое молчание? Да и в принципе все лидеры молчат. В основном говорят фигуры, ну, скажем так, такого второго, третьего политического гарнитура. Но мы же с вами говорили о том, что вот это два аспекта, американский и китайский, да, они как бы этой операцией не перезагружаются. Тема переговоров как минимум отложена в длинную. По Трампу нанесен хороший удар этим. Усиливается позиция демократов, потому что эскалация российско-украинской войны – это аргумент в пользу правоты команды демократов. Я думаю, что, ну, госпожа Харрис в ближайшее время заговорит. Пока мы знаем только ее смех. Ну, надеюсь, что она заговорит. Что-то подскажут, помогут. И она выступит как преемник Байдена. Очень хороший повод стать преемником. Очень хороший повод. А Трамп в более сложном положении, потому что его главная идея, приду договорюсь, потому что все просто, она открывается усложнением и эскалацией войны. Поэтому вот, смысл операции очевиден, он понятен. Другое дело, почему молчат. Только сейчас вот начали появляться публикации в глобальных медиа о том, что все-таки операция планировалась с участием западных партнеров. То есть не просто украинской стороной в тайне, значит, а с участием. Значит, в ней есть еще какой-то надукраинский замысел. Да? То есть территория России, операция и надукраинский замысел. И мне кажется, что вот этот вот надукраинский замысел, он связан с тем, чтобы все-таки создать условия для того, чтобы по мере усложнения украинской ситуации, она будет усложняться, хотим мы того или нет, она будет усложняться в силу развивающейся фазы. Вот, чтобы Европа была более организована, мобилизована и перестала искать альтернативные варианты. Вот. Потому что сейчас, как я понимаю, будет резко такая мобилизовываться позиция Польши, Румынии, которая является одним из хабов по помощи Украине.
Необходимо будет резко усилить оперативную поддержку по формированию резервов, их обучению, и будет расти расход на фронте. Так что тут есть элементарная правда. Это подстегивание европейского тыла, который должен проснуться, перестать дискутировать с Орбаном, мириться, не мириться, а продолжить идти. Но тут есть кое-что, что не бьется. Ведь Владимир Александрович Зеленский, как патриот Украины, как очень опытный политик, он очень неуступчив. Скажем, кто-то в открытую говорит, а кто-то закрыто, за закрытыми дверями это говорит, да, что позиция Владимира Александровича не всегда приятна, скажем, европейским партнерам, да, которые хотели бы business as usual, которые бы, в принципе, скажем так, устали от этих военных действий, это тоже правда, и они бы хотели бы перезагрузки власти в Украине, через выборы. То есть то, о чем говорил Владимир Александрович Зеленский, да, вот время своего интервью. Но мы же прекрасно понимаем, что то, что произошло, если вы говорите, санкционировали западные партнеры, в чем я, вас с вами бы поспорил. Ведь это, если на это пошли западные партнеры, они не могут не понимать, что это перезагружает внутренний дискурс внутри Украины, и это дает определенный импульс общественного доверия и энергетики для команды президента, потому что понятно, да, что есть понятие ПСО, есть понятие, значит, легитимности в условиях войны, кто говорит про потерю легитимности, тот враг, и кремлевская консерва. Это... Дайте договорю, пожалуйста, Андрей Васильевич. Тут важный тезис, пожалуйста, важный тезис. То, что произошло, это, безусловно, придало энергетику, значит, общественную для власти президента Владимира Александровича Зеленского. Потому что управлять в условиях, когда в обществе нет энергетики, пусть даже ты легитимной, легальной, очень сложно. А вот эта общественная энергетика... Кто вам сказал эту чушь? Откуда это все слово «энергетика»? Я вам напоминаю, коллега, что есть так называемые социологические тренды, Что это такое? Это когда формируется общественное мнение, никакой энергетики. Что это за язык такой? Когда в обществе на основе информации формируется представление, а значит возможность оценки. Так вот, в разные времена тренд формирования мнения, чтобы общество могло спросить и сказать, общество сформировалось что-то. 40, 50, 60 дней, в зависимости от динамики. В нынешних условиях, я думаю, тут кривая еще подольше. Какая энергетика и поддержка за 4-5 дней? Какая реакция в ситуации, когда еще не завершенные события? Это только начало. Мы только смотрим на то, как зашли и закрепились, и пока не знаем реакции и исхода. Я еще не знаю, как мы выгребать с этого будем. Дай бог, чтобы эта военная операция закончилась просто успешным заданием плацдарм. Это будет успех. Прекрасно. Ну, мало ли. Поэтому о каких вы о трендах вы говорите? Я думаю, что власть вообще на этот счет особо-то не парилась. Здесь какие-то совсем другие соображения. Я думаю, что по мере разворачивания событий на протяжении всего августа мы сможем судить, что вообще происходит. Вспомните, как формировалось то самое общественное мнение, или вашим языком, энергия, в отношении 2023 года. Полгода разгоняли волну, как мы победим, да со всех утюгов. Рисовали карты, стрелочки и прочее. Затем, извините, все лето состояние напряжения и аномии. Люди были дезориентированы. Что происходит здесь? Только по слухам было известно о количестве потерь, загруженности больницы, как все не получается. И к концу осени только уже сформировалась точка зрения, отраженная и в позиции известных людей, и в замерах, что общество недовольно произошедшим. Оно травмирована этой неудачей контрнаступления. Но та же история будет разворачиваться сейчас. Поэтому я ни про какую энергетику, поддержку, всплытие вообще, я не понимаю, что вы сказали. А то, что президент в этой ситуации, держится стороной, это факт. Стороной. И глава его офиса держится стороной. На прямой вопрос, что значит вот Курская операция, он сказал, не буду говорить. А у кого спрашивать тогда? Военные по определению молчат. С точки зрения каких-то публичных смыслов, но то, что представил Подоляк, выглядит откровенно говоря наивно.
скажу аккуратно, наивно. Если так думают, кстати, интеллектуалы офиса, то как же им быть дальше? Потому что никакого усиления аргументов, паники в России, там, страхов я не вижу, да и глупо об этом говорить. Я всегда привожу очень простой пример. Вы когда рассуждаете вот о России и последствиях, вы вспомните Украину, 2022 год, начало войны. То, что военные события, взрывы, атака, обстрелы, это страшно для простого гражданского человека. Потому что это же всемирный факт. Огромное количество людей действительно бежало буквально из-под огня. Многие испугались бомбардировок. Но если мы говорим о народе и о стране, то за считанные недели произошла перезагрузка, самомобилизация. И вы помните эту атмосферу, наверное. Но почему вы считаете, что в России вот не произойдет подобный же процесс? Ну, очень просто, потому что в Украине он произошел не за считанные недели, а за считанные часы. Но мы же с вами были в Украине, мы же с вами не смотрели с Марса на то, что происходило. Вы были там в Украине, я был в Украине, и вы в Украине сейчас, и я в Украине сейчас. Мы прекрасно помним то, что было. В первые часы действительно народ мобилизировался. Мы помним, ну то есть, ну что мы будем это все пересказывать? Ощущение народной войны, оно было с самого начала. Да вспомните очереди военкомата, они же тоже были. А посмотрите, появились в России сейчас очереди военкомата без денег, без 2 миллионов рублей. Где очереди военкомата? Их нет. Я сейчас не собираюсь обсуждать Россию, я вам просто говорю о том, что там возможны такие же приливы и отливы, перезагрузки. А что касается очередей и прочего, ну мы что, сейчас входим в сравнительный анализ? Я просто считаю, что упрощать и примитивизировать – это еще хуже. Это еще хуже. Хорошо, Андрей Васильевич, у меня будет к вам завершающий вопрос. Вот давайте так, мы с вами понимаем, что в России за 20 лет, скажем, налажены инструменты давления на человека. Они, кстати, есть и в Украине, мы это прекрасно понимаем. Но, скажем, в общем и целом мы привыкли, что, значит, в России инструменты давления на человека намного сильнее. Но что мы видим в России? Несмотря на то, что в России выстроена такая полицейская модель коммуникации с обществом, власть не пошла на мобилизацию, и власть не пошла на, скажем так, принудительную доправку в военкомат российский, назовем это так, да, то есть на, ну, по сути дела, не пошла на то, чтобы, скажем, брать людей, да, вот, и мобилизовывать их для реализации российской агрессии против Украины. Хотя инструментарий для этого в России, безусловно, есть, и люди, безусловно, в России не запуганы тем, что происходит. Так вот, я обращаю внимание просто вот на этот факт. По сути, Путин, он вынужден предлагать какие-то золотые горы для того, чтобы люди шли и воевали против Украины. И с каждым разом такса все растет и растет. Так обычно происходит, когда у тебя нет других инструментов. Да? Вот если у тебя нету кнута или кнут слишком хороший, то есть слишком короткий, ты применяешь пряник. Одного мало, 2, 10, 100. Не говорит ли это о слабости, условно говоря, там, российской власти, что российская власть даже в условиях вторжения, ну, скажем так, в Курскую область противника, она не может применить тот самый кнут и по-прежнему пытается что-то делать с помощью пряника. Значит, чего-то она боится, ну, если следовать этой логике. Иначе же это необъяснимо. Ну, про страхи Кремля и Путина это не ко мне. Угу. А что касается действий, не знаю, они выглядят достаточно рационально, даже цинично, я бы сказал. Ну что, доложили Путину о том, что произошел прорыв. Сколько там? Ну, несколько тысяч. Вот. Ну, пока перестроимся, перебросим 5 корпусов. Они перебрасывают там 5 или 6 корпусов. Впереди, наверное, тяжелые бои. Я отнесся к этой ситуации так же цинично, как ко всем другим рабочим. Чтобы не раздувать пораженческие настроения, информацию максимально прикрыть. Зону объявить, там, зоны, что у них там били. Чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайная ситуация, террористическая и операция. Контртеррористическая операция. Да.
Большие резервы с действующих участков фронта они не перебрасывают. Там какие-то отдельные батальоны, насколько я читал, перекидываются. Что говорит о том, что от планов своих они не отказались. То есть эта операция пока еще не повлияла на ход событий на фронтах, где у них есть определенные преимущества. И если говорить о мобилизации, она прямо связана с тем, как трактуется война. Война пока в России этот термин неприменяем. Они проводят специальную военную операцию. Судя по текущему набору, им этих резервистов хватает. Ну, могут они себе позволить платить бешеные деньги, но не их платят. Вот. А я думаю, что любой вам военный скажет, что есть мобилизационный ресурс, а есть как бы мобилизационные пределы, возможности самой машины, потому что людей нужно собрать, одеть, накормить, вооружить, посадить на технику, на броню. Есть ли возможности в России как бы упаковывать большее количество новых военных, чем сейчас, мне сказать сложно. Я думаю, что есть какие-то пределы. Но вот я смотрю на, вообще на кремлевский режим как на цинично-рациональный очень, не на эмоциональный, который действует по плану даже, когда иногда этот план надо бы скорректировать. Но они как движутся свиньей, как когда-то говорили. Андрей Васильевич, вы знаете, мне один, значит, коллега наш рассказывал, как после успешной кампании он не мог получить деньги от клиента, когда он их получал, тот оплакивал каждый франклин, который он ему протягивал. Значит, как бы мир так устроен, да, и в России не исключение. Мы это видели даже по помощи временно перемещенным лицам. 10 тысяч рублей, которые люди получали на руки, да, там рассказывают, что это фиксированные таксы, прочее, все это ерунда. Если бы была команда вне норматива, людям выдавали бы намного больше. Я уже молчу про ту неразбериху, собственно говоря, которая была там в Курской области. То есть я о чем говорю? Когда власть заинтересована кого-то прикупить, купить лояльность, там еще что-то, она это делает. Значит, если бы российская власть могла бы... Вот вы говорите о том, что мобилизация не проходит, потому что нужно чем-то людей во что-то их одевать. Охотно верю. Но и до этого, на протяжении 2 лет, Россия только, напомню, осенью 2022 года провела мобилизацию. И она была очень скромная, она привела к тому, что люди бежали из России. После этого, в основном, российская машина удовлетворялась контрактниками. Соответственно, если бы была возможность вот людей мобилизовывать без денег, это бы российская власть сделала. Поверьте мне, там за 20 лет правления, 25 Владимира Путина, Путин показал, что, в принципе, ну, скажем, он меньше всего думает о благосостоянии обычных людей. Я вот уже не первый раз, извините, но да. Мне не нравится характер нашего разговора. Он очень идеологичен становится. Я не собираюсь ничего ни с чем сравнивать. Но вообще, если вы хотите об этом поговорить, о том, как в эпоху сытого потребителя общества в разных системах, как происходит мобилизация, то мы об этом поговорим. А что, проблемы в России отличаются от тех, которые в Украине? Тоже все время про деньги, все время выбивание, пересчитывание. Ну, извините. Если не, я о другом говорю. Война монетизирована. И добровольцы были и с той стороны, и с этой стороны, когда началось обострение. Ну, не, Андрей Васильевич, но один тезис. Я говорю о другом, что в Украине власть мобилизирует людей для того, чтобы люди воевали, значит, против российских оккупантов. И да, кому-то это может быть неприятно, кому-то что, но люди, но это общественно допустимо. Я об этом говорю. То есть власть может принимать решение только общественно допустимое. А в России это общественно недопустимо, Михаил, иначе бы Путин это делал. Вы зачем мне это говорите все? Ну, я прошу прощения, я что, похож на студента, которому надо куда-то грузить, что ли? Нет, ну мы же говорим в целом, обсуждаем ситуацию. Я очень недоволен нашим разговором, потому что он как-то странно идеологически отстроен. Я не собираюсь сейчас обсуждать ни что там в России, ни сравнивать с Украиной, потому что есть вещи сущностные, важные, и они состоят в том, что мы имеем дело с специфически организованным режимом в Кремле, который использует многие социальные технологии, такие, например, как трагедия, как проблема, как ресурс. Я вам об этом сказал. И Курская операция, на которую мы начинаем перекладывать какие-то свои стереотипы, она будет использоваться по-другому.
по-другому, не так, как вам кажется, что в России или испугаются, или что-то. Нет, вообще не так. Я думаю, что и те, кто, когда планировали операцию, там же рассматривали военную составляющую, социальную, политическую, наверное, как я понимаю, со стороны планировщика. Значит, они предполагали, мы зайдем физически туда-то, вот, значит, там погранцы это, там, будут быстро подавлены, возьмем такие-то объекты, это один фактор, установим там какие-то элементы оборонительных сооружений, второй фактор, значит, это повлияет на позицию Кремля, и, может быть, возникнут какие-то сигналы о том, что снять напряжение баш на баш, еще что-то. Но судя по происходящему, пока происходит не так. Кремль не поднимает кипиш. Он постепенно вот превращает вот эту проблему, эту язву, даже ковырять ее сам будет. То, что это лишь характеристика правильности ведения войны. Вот, мол, какой враг. Более того, чем больше будет жертв на территории России, тем это больше будет использоваться как аргумент. И, ну, нет, там не дураки сидят. Там сидят люди, как вы помните, как они заходили во власти, какие используют технологии для того, чтобы власть эта была крепка и поддерживаемая. 1999 год. И Чечня, и не только Чечня. Поэтому, а что касается результирующего по поводу устойчивости и стабильности России. Война, на мой взгляд, не стала тем фактором, который разрушит Россию изнутри. Не стала. Возможно, были такие расчеты. Может, кто-то так смотрел на войну, как на то, что Россия, что война подорвет Россию. В 2024 году, я думаю, вот год будет завершаться очень большими такими резонансными глобалистскими инициативами, на которые действительно Кремль делает большую ставку, учитывая ведущий саммит БРИКС и учитывая вот заявленные планы по мировой трансформации. Украино-российская война будет нужна как аргумент того, что Россия будет это делать и мытьем, и катанием. Вот в таких масштабах я рассматриваю происходящее. Внутри этого всего разнообразные операции, включая вот использование пуск. Ну, Андрей Васильевич, опять же, вы упомянули 99-й год, ведь тогда действительно это было ощущение народной войны. Я напомню, Чубайс в студии канала НТВ, он говорил о том, что российская армия возрождается в Чечне. Что Чубайс, он военный, он что, генерал, он понимал, что это он шел в русле общественных настроений. То есть, скажем, тогда милитаристскую повестку было модно отрабатывать, ее отрабатывали все, потому что в обществе был запрос на эту милитаристскую повестку, да, вот на чеченскую кампанию. На мой взгляд, этого нет в России, этого не появилось спустя 3 года в России. То есть я об этом говорю. Я не спорю, что система в России по-прежнему устойчива. Я просто задаюсь вопросом, а почему в России не появилось вот это ощущение народной войны и какие, скажем так, негативные последствия, допустим, можно иметь? Народной войны, не, ну, подождите, но, по-моему, даже очевидный ответ. Первый, очень украинской мовы недолуга была политика Кремля. Вот после этого русской весны и всего этого пиетета в русском мире очень недолуга была политика по как бы интеграции территорий, которые были оформлены на Донбассе, ДНР, ЛНР, Крым в тело Российской Федерации. Возможно, испугались каких-то ненужных им политические последствия, потому что все-таки большие регионы, миллионное население, поэтому все это было притушевано. Возможно, это было еще частью какого-то переходного периода вот между, да, между, тем более ДНР и ЛНР вошли в состав Российской Федерации только в 2022 году. А поэтому это, об этом писали даже российские обозреватели, что новые регионы не воспринимались в России как наши. Нет, эффект от пафоса, там, что освободили, что, но тем не менее, да, вот этого присвоения не произошло. И это сыграло злую шутку с восприятием этих проблем как не своих, как где-то там. А во-вторых, ну, до последнего же времени военные действия шли на территории Украины, внутри Украины. И для многих это было где-то там, вот как в Африку поехать. Вот. Другое дело, что гробы напоминали о трагедии. Ну, поэтому те, кто, возможно, инициировал вот кампанию мобилизационную, там, психологически и социально, как народы войны, не учел того, что это возможно только тогда, когда угроза непосредственна. А до последнего времени российская
украинская война, я воспринималась большинством россиян как непосредственная угроза. Даже дроновые атаки, поджоги и подрывы, которые начали происходить на территории Российской Федерации, опять же, нужно посмотреть глазами россиян. В отличие от украинцев, мы жили в относительно спокойном таком антитеррористическом затишье. Нам неизвестны эти факты подрывов, каких-то злых террористов, которые проникают в Россию. Даже на уровне ментальной памяти было известно случаи, что были террористы с Кавказа, исламисты и так далее. Поэтому обострение вот этого террора, вот, оно воспринимается не так, как воспринято было бы в обществе, где терроризм неизвестен. Я считаю, и поэтому тоже, даже когда долетает и взрывается, естественно, такое событие вызывает ужас, страх, это инстинкт жизни. Вот. Но он не приводит к каким-то таким потрясительным последствиям. Он не потрясает Россию, потому что, ну, какой-то есть эффект узнавания и, извините, привыкания. Вот почему. Я бы так это объяснил. Да, вы просто... Ну и народная война не получается, поэтому. Потому что непонятно, да, угроза, ее не было. Угу. Возник этот образ угрозы в связи с Курской операцией, мне сложно сказать. Очень локально все пока. И пока прикрыто. Возможно, вот во время, когда мы с вами говорим, это, наверное, будет определяться. Угу. Масштабы и визуализация. Да, Андрей Васильевич, просто вы говорите, скажем так, о некой идеологизированности того, что я говорю, но как раз я не идеологизирую происходящее, чисто технологически говорю, ведь идеологизируют те, кто, например, говорят о том, что Путин хочет восстановить Советский Союз 2.0, что все центральноазиатские республики под пятой России, марионетки России и так далее. Это, ну, скажем, люди, не понимающие происходящее. Что, например, сейчас между пятью центральноазиатскими республиками, да, вот Узбекистаном, Казахстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Киргизией, идут интеграционные процессы. Интересно, вот Такаев статью опубликовал, где как бы ключевым ядром этого союза является как раз Узбекистан и Казахстан. И там России вообще нет. То есть если мы под этим углом посмотрим, мы увидим, что у России рычагов влияния на самом деле, но не так-то и много, как нам, ну, скажем так, привычно воспринимают. То есть не кажется ли вам, что мы как бы слишком, ну, гиперболизируем роль России? Да? То есть и тем самым мы, ну, как бы подыгрываем ее повестке дня, когда она проталкивает свою войну против Украины через повестку глобального юга, как всех несогласных с Западом стран. Я не знаю, что мы гиперболизируем. Мне кажется, мы говорим о живых проблемах и пытаемся их объяснить с теоретической точки зрения. Про СССР 2.0 был этот проект, но он, ну, во-первых, я с самим названием своим спорил, потому что странное это название. Но ведь был период, он показал, продемонстрировал, как бы, что этот путь для России-то не выгоден особо. Это когда Кремль увлекался идеей Евразэс и созданием на базе Евразэс более общее экономическое пространство, помните? Ну, создание устойчивого альянса с ограничением суверенитета и так далее. Но сама жизнь, экономика, кстати, в первую очередь показала, что это разные системы. Советский Союз – это что-то другое. Нельзя называть новые процессы торгового взаимодействия старым ярким понятием еще советской системы. Ну, это не СССР 2.0 точно. Во-вторых, насколько это все едет и насколько это перспективно. Вот. Был период, возможно, он прерван был, ну, когда-нибудь исследователи до этого доберутся, когда ставка была сделана все-таки на мобильное, мощное, новое союзное государство на базе белорусско-российского договора. Вот. С этого, возможно, началась подготовка к тому кризису, частью которого стала российско-украинская война. Потому что началось все в моих глазах с белорусского Майдана, с Минского Майдана. На тот момент, насколько мне известно, активно шла работа по подготовке к оживлению союзных структур и, возможно, даже к некоторой вот рекогносцировке новой, да, политических фигур. Но Минский Майдан чуть не сорвал выборы, поставил под вопрос значение референдума, делегитимизировались, значит, договорные положения союзного государства. И тема отошла на второй план, и вот это был очень мощный триггер для
по Украине. Очень мощно. Андрей Когда-нибудь Алексеевич, поговорим. спасибо вам огромное за это интервью. Я вам очень признателен. Получилось так вот активно, эмоционально. Поспорили даже чуть-чуть. Я вам очень признателен, что вы нашли время дать интервью. Андрей Алексеевич Ермолаев, известный украинский эксперт, политолог, на прошлом директор Института стратегических исследований, был сегодня с нами. Друзья, подписывайтесь на канал, комментируйте. До новых встреч.